Администрация обязала владельца кафе «Кантри» перенести ограждение возле стройплощадки. Напомню, заведение находится возле управления связи «Намира». Раньше кафе было размером с павильон. С осени на том же месте строители возводят двухэтажное кирпичное здание. Горожане жалуются, строительное ограждение мешает пройти по тротуару. На прошлой неделе рабочие чуть не вывалили на автомобиль нашего корреспондента поддон кирпичей. После жалоб красноярцев администрация выяснила, собственник кафе занял часть городской территории. Владельцу обязали перенести забор в течение 60 дней. Женщина пообещала сделать это уже 1 февраля. К этому сроку рабочие должны достроить здание.